Шалом браха. Как мы сказали, молитва — это чтобы достигнуть максимальной пользы. И так как мы знаем, что мы проводим это часами, мы посчитали это 500 часов в год, то у человека есть выбор. Или он будет инвестировать это время, и тогда эти 500 часов в году, да, это может быть 1,5 часа в день, у него постоянно он от этого будет расти. Он постоянно чувствовать будет, что он поднимается выше, у него есть связь с Творцом. Если нет, то, возможно, он поставит галочку, да, что он уже помолился Шахарит Минха Мариф. Но это время, да, это время, это эти часы, да, дни, месяца, к сожалению, они дальше его не приводят, и он пропускает так много, так многого, что он мог бы от этого стать выше и лучше. Значит, Рав Пинкас советует нам, что когда мы хотим изменить что-то в нашей молитве, то во время молитвы это уже поздно. Во время молитвы нужно концентрироваться на слова. Да? Мы должны постоянно максимально смотреть, а что сейчас это восхваление, сейчас это бакашот, я прошу у Творца о чем-то, сейчас я его благодарю. Нужно полностью свои мысли просто понимать слова, которые я говорю. Чтобы достичь вот этого уровня, где я чувствую, что я говорю с Творцом, да, и это у меня вот эта реализация, что действительно я стою перед Ним, это нужно до этого делать. Это нужно брать 10-15 минут в день и стараться учить об этом, чтобы мое сердце, оно открылось, оно стало более чистым, чтобы мои мысли уже в тот момент, они будут более чистыми. Они будут более подготовлены к тому, чтобы обратиться к Творцу. Я помню, что несколько лет назад я был у моего первого Рош Ишивы, это Рош Ишива еще от Бейс Исраэль в Новояков, это часть Иерусалима, это американская Ишива. И я пришел к нему, я сказал, что я хочу его благодарить особенно за то, что после как я ушел из Ишивы, у меня постоянно есть такое чувство, что если прошел день, где я не поучился, да, бывает иногда каникулы, нужны дети, то у меня не было нормального какого-то сейда, что я сидел и учился, я плохо себя чувствую, да, мне как-то нехорошо, мне не по себе от этого. Я сказал, что это благодаря ему, он мне дал это чувство, которое уже, Раташем, что всю жизнь у меня это было с собой. Если я не учился этот день, то это я чувствую себя не по себе. И это Рош Ишива, который сидит весь день в Бейт-Мидраше, с утра до вечера, за своим столом учится, к нему подходят, ходят, он что-то дает урок. Он постоянно, с утра до вечера он там. Раб Даниил Лерфельд. Я должен сказать, благодаря этой книге, то же самое у меня теперь с молитвой. У меня теперь постоянно чувствую, что это была не молитва. Это не, или в начале, или в конце, или в середине, или все. Это не то. И я очень благодарен, что теперь есть куда-то стремиться, да, есть к чему-то расти. Сказано, что тфила, молитва, она сравнивается с мельхамой, с войной. Когда Авраам, у него было столкновение, также у Якова, у них молитва и война, есть в этом связь. И объясняет Рав Пинкас, что когда есть война, самое главное, да, чтобы выиграть эту битву, это значит подготовление, чтобы у нас была стратегия, да, чтобы у нас какая-то тактика, как мы приготовились, и тогда можем идти сражаться. Если этого нет, то даже если мы все побежим, да, у нас будет оружие, но это не поможет, потому что у нас должно быть четко было понимание, как это будет происходить. И в этом наше сравнение с молитвой. Поэтому здесь нужно четко приготовить себя до этого, заранее, когда я уже прихожу туда, это уже будет совсем на другом уровне. У Вильнского Гаона и также Бесоя Слантера, они приводят, что очень важно, когда ты учишь мусар, учишь какие-то вещи, которые вдохновляют тебя, духовно, то
важно повторять одно и то же множество раз, как люди, которые ночевали рядом с Рабусал Сантра, они иногда слышали, как Рабусал Сантра мог всю ночь повторять одно предложение с Месиалат Йешарим, путь праведных. Он всю ночь ходил по своей комнате и повторял одно предложение. Да, он был гениальный человек, он знал наверняка все это наизусть. Но одно и то же предложение еще раз, еще раз, еще раз. Вильнский Гаон, когда кто-то хотел у него учиться, то его тест, его, чтобы попасть к нему, он давал этому студенту один пасук или одно предложение из Мишны и сказал, учить это 100 раз. И он должен был это повторять, 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 повторять. Если Вильнский Гаон видел, что через некоторое время он уже, ему это уже надоело, он уже соскучил, он уже все, уже там все обдумал, все комментарии, все, что можно об этом представить, он уже остыл, тогда он говорит нет. Но тот человек, который постоянно, Тора, она бездонна, она бесконечна, да, это Тора и Ашем, Ашем, Тора, Исраэль, это одно, это значит, что если это часть, это то, что Творец нам дал, тогда это бесконечно, поэтому человек постоянно может что-то идти, найти больше, найти дальше. В Талмуде она сравнивается с молоком матери, что чем каждый раз, когда ребенок хочет еще молока, он получает это. Нужно только надавить. Здесь тоже, если мы что-то учим, да, как в прошлый раз мы говорили, на меня это произошло потрясающее впечатление, когда написано «Икра твила», да, что такое главная молитва, да, как вот эта вот реализация, что ты стоишь перед Творцом, это было четко, реально для тебя. Это можно говорить часами, да? И опять же, тут значит, часами зачем, да? Но на самом деле, если ты эти пару часов инвестируешь в это, то потом все твои годами, все твои молитвы, они будут другие молитвы. Эти молитвы, которые будут тебя поднимать вверх. И так же, как с Торой, хотя если человек понимает, что Талмуд Тора учит зачем это самое большое, что есть, но мы видим, что если человек не учился, у него прошел день, он не учился. Он сказал «Шма», может быть, да, он уже что-то, какая-то Тора, у него был какой-то контакт, сказал благословение на Тору, что-то там пробормотал, это уже что-то. Он все еще, жизнь идет дальше. Но если я не молился весь день, да, сказано, что у меня не было вот эти 3 диалога с Творцом, это невозможно. Каждый из нас, он у него обязан, чтобы у него был постоянный диалог с Творцом. Почему это так? Почему не сказано, что ты должен 3 раза в день что-то выучить? Да? Как минимум. Нет. Молитва есть, а учебы нет. Говорит Рав Пинкас, это можно сказать, что с мицва ушмартем снабжесех меот. Ты должен унишмартем меот. Вы должны очень следить за своим здоровьем, за своей жизнью. И поэтому практически все мицвот, кроме 3, они уходят в сторону, когда речь идет о спасении жизни. Тфила, молитва, она нам дает именно вот эту жизнь. И поэтому это что-то, что мы обязаны постоянно держаться за это. Потому что это наша связь с Творцом. И когда мы это понимаем, да, тогда действительно мы хотим в это вкладывать, мы хотим в это инвестировать, мы хотим за это держаться. И здесь у нас есть шанс для этого успеха.